Мои дорогие зрители, рада приветствовать вас на канале Сети Перепел. У нас остались считанные дни до наступления нового 2021 года, символом которого по восточному календарю является металлический бык. Животное сильное, благородное, трудолюбивое и рассудительное. Многие из вас уже украсили свои дома новогодними аксессуарами, установили елки, достали новогодние игрушки. У меня в этом году зеленая красавица пихта. Украсила я ее стеклянными советскими игрушками, которые были выпущены в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века и прошлого столетия. В последние два года я занимаюсь тем, что пополняю свою коллекцию. Сейчас в ней уже более 200 игрушек. Для меня это прежде всего теплые воспоминания о Новом годе из моего детства. Кто-то из вас увидит тоже знакомые для себя игрушки, которые были у вас в детстве, или вы их видели на елке у родителей, у бабушек, дедушек. К сожалению, не все игрушки, которые у меня есть, поместились в этот раз на елку, на пихту. Но я вам их все покажу. Видео будет разделено на две части. Ссылочку на каждую из них я оставлю в описании. Поэтому, кому интересно, проходите по ней и смотрите продолжение. Ну что же, начнем. Главное украшение зеленой красавицы – это, конечно же, шпиль. У меня их два. Желтый выпущен в 70-х годах, покрыт он фосфорной краской. И, конечно, ни одна новогодняя ночь не обходится без праздничного конфетти. Данный раритетный пакетик выпущен в 76-м году и стоил он тогда 4 копейки. Группа восхитительных новогодних шаров. Стеклянный желтый шар. Посмотрите, какой он интересный. А это уже пластмассовый шарик. Я его называю диско-шар. Он интересного красно-оранжевого цвета. Таких шаров в коробке должно было быть 6 штук. Такой большой стеклянный шар. Внутри него мишура. В основном шары шли такие в наборах по 6 штук разных цветов. Смотрите, какой огромный стеклянный шар. Он, наверное, самый большой из всех шаров, которые у меня есть. С фосфорным рисунком. Другая группа шаров среднего размера. Видите, какие они интересные. Так, а это стеклянные тоже шары с фосфорным рисунком, поэтому я их отложила в другую группу. Вот разного размера они, но всех их объединяет наличие фосфорного рисунка. Вот здесь волны. Волны и маленькие звезды. Очень красивые шары из серии «Птицы». Это «Голубь мира». Где-то выпущен в 70-х, 80-х годах. Это шарик из 70-х годов с тканными цветами. Их в коробке тоже раньше выпускалось по 6 штук. Это более ранний шар 60-х годов. Это уже 80-е года стеклянные шары. Видите, у меня их только два. Это шар 60-х, 50-х годов, точно не могу сказать. Смотрите, какой интересный, с металлической юбочкой, из фольги, точнее быть, не металла, а фольги. Прекрасные шары, в них были атласные петельки, на которые они вешались на елку, но сейчас их нет. Шарики из 70-х, это более ранние шары, 50-е, 60-е года. Посмотрите, какой интересный шар. С одной стороны он
непрозрачный, а с другой, видите, стекло не покрашено, и внутри него находится мишура, кусочек мишуры. Небольшой шар, очень интересный орнамент на нем, не орнамент, а сделано стекло. Конечно же, на каждой елке должна быть игрушка в виде колокольчика, которая приносит счастье. У меня 6 колокольчиков, 2 из них, видите, одинаковые. Ребят, кто знает историю вот этой игрушки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я так понимаю, она выпущена в 50-х, начале 60-х годов. Вот, похоже на лампу-прожектор. Очень интересная, редкая игрушка, кстати. А это раритет и гордость моей коллекции. Стеклянный медальон в виде цветов. Выпущен на Ленинградском заводе игрушек в 1953 году. Это более поздний экземпляр 60-х годов. Такой цветок. И очень редкий георгин. 53-54 год. Это из каталога коллекционных игрушек СССР. Коллекционными считаются стеклянные игрушки, выпущенные до 66 года. Это медальон с советской символикой, где-то середины 50-х годов, тоже довольно редкая вещь. Подвески стекляруса, также 50-х годов. У меня их всего 2. Такие интересные вещицы. Это гордость моей коллекции. Игрушки на прищепках и нет. 50-х годов. Восточная тематика. Коллекция шишек. Очень люблю шишки на елке. Первый ряд – это шишки 50-х годов выпуска. Посмотрите, какие они все разные, интересные. Нет ни одной похожей. 3 дубовых листка с желудями, выпущены в 50-е годы. Посмотрите, эта шишечка очень интересная. Шишка с лицом. И мои любимые шишки 70-х годов выпуска. С одной стороны они непрозрачны, а с другой, как вы видите, стекло прозрачное, и они дают очень интересный блеск на елке. Шишки покрыты искусственным снегом. Мне они очень нравятся. Посмотрите, какое великолепие. Вот такая шишка. Тоже одна сторона, видите, у нее металлического отблеска, а другая прозрачная. В центре шишки малютки. Это шишечка 60-х годов, а это 70-е. А вот эта шишка очень похожа на кукурузу, но это шишка. Так, теперь садовая тематика. Видите, фруктовая корзинка. Конечно, некоторые ягодки со временем потеряли свой блеск и лоск. Время оставляет отпечаток на игрушках. Многие из них я буду реставрировать и об этом сниму отдельное видео. Перчик из 50-х. А это персик с розовым бочком. Персик 50-х годов. А это тех же годов абрикос. Спелый, красивый. Так и хочется его скушать. Огурчик. У меня всего один. Вот такой пшеничный колос. Очень красивый. И царица полей кукуруза. Посмотрите, это еще один абрикос или персик. Персик скорее. Покрыт простой матовой краской.
персик выпущен в 50-х годах. Ну, конечно, у каждого коллекционера должна быть коллекция из домиков. У меня их 6, из них 2 представлены попарно. Вот видите, вот такие редкие домики с лисичкой. Они разного цвета, но одинакового исполнения. Один зеленый, другой оранжевый. Очень интересный домик 70-х годов. Его верхушка заснежена. Эффектно смотрится. Это тоже домики 70-х годов. Они практически одинаковые, но все-таки разного оттенка. Один более оранжевый, другой такой нежно-розоватый. И редкий домик, он самый маленький в коллекции, выпущен в 50-х годах. Такой интересный маленький домик. Домики с лисичкой выпущены в 60-х примерно. Так, а это уже коллекция сосулек и льдинок. Очень люблю сосульки, льдинки на елке. Вот эти льдинки мне в детстве всегда хотелось попробовать на вкус. Они очень привлекательные для малышей. Смотрите, как они блестят, создают праздничную атмосферу. Смотрите, какие они интересные, какой формы сделаны. Внутренняя сторона закрашена амальгамой, и наружная сторона — это прозрачное стекло. Видите, сколько ромбов. Очень красивые фигурки. А это необычные висюльки, это не шишки, но и не сосульки. Вот я их в отдельную группу собрала. Посмотрите, какие они эффектные. Это такая сосулька с прожектором. 3 прожектора на ней и фосфорная краска. Посмотрите, какая подвесочка. Одна сторона у нее такая металлическая, а другая прозрачная. Это полностью покрашено краской. Вот так эффектно смотрится. Красивейшие сосульки. Это сосули, выпущены в 60-х годах. 4 крайних. Тоже одна сторона, видите, покрыта амальгамой, а другая сторона прозрачная. Это полностью покрашено краской внутри. Такая витиеватая, необычная форма. Похожих сосулек нет. Вот это очень красивое. В центре 4 сосульки льдинки. Посмотрите, какие они необыкновенные. Одна сторона у них непрозрачная, а другая прозрачное стекло. За счет этого эти сосульки великолепно блестят. Необычная форма у них. Самая тонкая и изящная фигурка. Сосульки. Здесь внутри кусочек мишуры. Очень красивая, малинового цвета. Это сосулька из 70-х. Вот такая интересная у меня коллекция. Ребята, на этом все. Смотрите вторую часть данного обзора на стеклянные игрушки времен СССР 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов. Ссылочку на продолжение я оставлю в описании к данному видеоролику. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.